Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Волха. 15-й день и 75 миллионов древесины, и я забираю. Это все закрываем. Так, Беззубик, что ты мне принес? Опачки! Да неужели... Подожди-ка, что это за яйцо? Песчаный призрак? Редкий? Но у меня он есть в наличии. Мы можем отпустить. Погоди, что за песчаный призрак? Нет, ребят, конечно, я отпущу. Тем более, он стоит так мало. Я-то думал, что тут что-то топовое такое будет. К сожалению, нет. Значит, мы нашли с тобой мечкра, да? Так, а теперь нужно кораблекрушитель поискать. Поэтому отправляем его на поиски. Естественно, бесплатно. Пускай летит. Шикарно. Так, ну что, мы собираем с тобой все, что у нас тут принесли мои дракончики. Ну, родной, ты будешь в конце концов прокачиваться или нет, а? Фигушки, вот фигушки. Я уже не знаю, ребят, что с ним делать. Он никак не хочет, а? Просто вот не хочет и все. Язык мне показывает. Так, ну что, этого братюню мы с тобой опять отправляем за металлом. Пускай добывает. Так, ты не прохлаждайся мне тут. Костолом тоже давай, делай дела. Ну что, сарделька, что ты мне принесла? Давай посмотрим. Янтарь. Ну, я больше уверен, что янтарь мне и выпадет. Тут всегда дают то, что нам, в принципе, не нужно. Да, янтарь, 52 штуки. Очень ценная, я тебе скажу, награда. В кавычках. Так что отправляем его опять в драконий край. Ну что, Барсик, ты что мне? А, ты только полетел, все, я понял. Кривоклык, а ты... Тоже только полетел, странно. Почему-то они все только у меня улетают. Ага, Громгильда прилетела. Ну, тут, скорее всего, либо яйцо, либо шестеренки. Тут больше и нечего давать. И выпадает нам яйцо. Причем самое липовое. Сразу отдаем его. Потому что этот детеныш нам не нужен. У нас их и так в наличии две штуки. Отпускаем. Все, Громгильда, будь добра, лети он в драконий край. Так, ну а мы с тобой давай посмотрим, что у нас тут. Обмен я никакой не буду делать, а здесь то же самое, отказываемся полностью от всего. Так, яйцо, ну это у нас крылатый ужас тут выводится, не знаю, зачем я его, ребята, активировал. Ладно, пускай будет. Так, за древесиной вперед. Продолжаем. А что с тобой-то делать, а, парень? А ловушка-лом, давай, наверное, будем его потихонечку-потихонечку прокачивать. Я думаю, он в дальнейшем нам пригодится. А здесь, наверное... Нет, полетело. Полетело, друзья мои. У нас весночёс, как говорится, дальше прокачиваться. В принципе, это хорошо. Ну что, этих тоже. На дальнейшую прокачку. Ну, тут даже не надеюсь что-то получить. Как всегда. Это очень-очень долго будет. Самое главное, я не смогу его отправить и обучаться, потому что там все места забиты. Стоп, стоп, куда я кликнул? Что-то не туда нажал. Так, будь добр, шипотень, лечи и прокачивайся. А это кто? Некромодон. Ладно, фиг с ним, пускай там пока сидит. Кряхтит там что-то еще. Блин, у меня столько драконов, которые хотят прокачаться до титана, и нету такой возможности, потому что всего лишь одно место у нас в этом в святилище Валки. Как-то хочется расширить, но мы с тобой копим деньги, и я не знаю, ребят, ну не деньги, руны. Мы уже очень долго копим с тобой и никак не можем накопить на того самого ворчуна. Я уже даже не знаю, когда у нас вообще появится. Так, модификрылка. Ты-то пойдешь у меня прокачиваться? С удовольствием полетела. 68 уровень, там сейчас 7 минушка, и будет она у нас добывать железо. Так, ну что, дракончиков мы с тобой отправили на задание. Давай теперь посмотрим, что нам выпадет в паке. Ужасное чудовище, кревет, громобой. Опа, это кто там у нас тут в конце? Ну-ка. Водорез. Давно, кстати, он нам не выпадал. Ну и, как ты понимаешь, я его сразу же отпускаю, потому что он нам не нужен. И тогда уже сразу рекламный глянем. Монетки Одина. И вот сами дракончики. Так, плестиголов кошмарный, шторморез, душитель. И размягчитель, да? А нет, острокоготь.
Но он у нас тоже есть, поэтому его тоже можно сбагривать. Тем более их аж 3 штуки у меня. Это слишком много. Ну что, сегодня должны быть события у нас. Я вижу, подготовка, охота и сопротивление уже открыта. А вот парящий сюрприз, к сожалению, еще придется ждать день. Значит, мы с тобой будем проходить вот это испытание. Это уже приятненько. Так, что у нас тут? Грибы. Тусклый янтарь. Побежал, побежал дальше искать. Так, ну, смертушка, что ты мне тут? Жетон и опять же тусклый янтарь. Отлично. Все очень хорошо. Здесь у нас, по-моему, пак. Да, ребята, паков у нас не осталось. Нужно как-то набить. Древоруб, защитник. Потому что, ну, больше ничего даже ставить. Это обидно. Так, а здесь-то что у нас такое? Получить доступ. Бомбадзила, ничего себе. Доступно через 3 часа 47 минут. Блин, мне бы вот это как-то поменять, обменять. Я уже не знаю, ребята, ну, топорики вот этих вот, где вот столько найти мне? Много. Тут тоже, в принципе, ребят, смотрите, буйволорд дикарь. Тут надо заклепки, точнее, вот эти вот, как они называются-то правильно, для волос. Ну, ты понял, да, короче, и ракушки. Здесь не хватает вот этих вот, и лопат. Да что ты не приматываешься? Да. Жалко, что у нас на поиски отправляется лишь только один беззубик. Получить доступ. Да не надо мне получить доступ. Дайте мне просто задание забрать. Так, тусклый янтарь забираем. 5 рун забираем. Так, листочки эти обязательно можно будет получить. 30 листочков здесь забрали. 50 тут, это уже 80. Так, 130. Ох. 195, ну почти 200 листочков за сегодня мы урвали. А общее количество у нас сколько их? Давай-ка посмотрим. Слушай, ну 4160, 15 дней. У нас, по-моему, 30 дней давалось, да, для сбора. Может быть, конечно, успеем. Но опять же, все зависит от того, если будет в заданиях это все, ребят, даваться. Я не могу понять, что они мне здесь сюда-то все отправляют. Понял. Сладкая смерть, защитник. Ну что ж, давай обменяем. Вау, 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 прикольно, ребята. Спасен дракон, сладкая смерть. Разместить. И я так понимаю, этого дракона у меня нету. И сразу он дается, что, 4 уровня? Прикольно, сразу же 4 уровень он получает. Сбор, к сожалению, у него недоступен. Именно по металлу. Плохо. Так, ладно, мы с тобой немножко отвлеклись. Все у нас тут отправлено, все копошатся, все делают свои дела. И мы с тобой в этот момент идем на события. Охота и сопротивление. Так, давай посмотрим, что здесь будет давать. Пак, янтарь, 100 рун. Что ж, боец, готовы к серьезному заданию? Разберитесь с охотниками и их драконами. Да-да, сделаем. А в конце 300 листочков. Вот это, друзья мои, очень хорошее задание, потому что... листочки нам нужны. И к тому же оно очень коротенькое. Так что я думаю, мы с тобой пройдем. Невозможно, возможно, не так легко, как хотелось бы. Но мы с тобой постараемся. И есть стимул получить листочки. Ну что, давай приступать потихонечку. Так, две волны здесь будет, я так понимаю. Древоруб. Начнем, наверное, с него. А уже потом громобой. И причем они все идут защитниками. То есть, ну, сложновато будет с ними разобраться. Единственный, кто будет... офигенно их дамажить, это, конечно же, наш кривоклык, потому что он красненький. Красненький, как мы знаем, да, сила против стражей очень хорошо заходит. Отлично. Так, громобой, что ты там? Сейчас будет что-то пулякать. Угу, радар. Так, я, наверное, хильнусь. Отлично. И продолжаем бомбашить его. Как ты видишь, против барсика у него повышенная сопротивляемость, а вот... именно против нашего кривоклыка как раз, наоборот, пониженная сопротивляемость. Добиваем. Так, переходим на вторую волну. И здесь у нас 2 змеевика. Угу. 2 змеевика. Причем один красный, другой синий. Вот оно что. То есть разные стихии. Одна типа сила, а другая скорость, да? Проворство. Так, ну-ка давай, наверное, вот таким вот образом сделаем.
А, он еще и повысил себе атаку. Вот оно что. Ну, жучара. Ладно, все равно ему крышка. Отлично. Крутим колесо, смотрим, что нам здесь выпадет. Рыба, да? 25 миллионов. Окей. Так, и мы с тобой переходим. Ага, забираем пак. Забираем пак, и битва будет сейчас за 1000 тусклого янтаря. Хорошо, давай поделимся. Здесь, ага. Осталось-то совсем ничего, ребята. 4 поединка, и все, и ивент пройден. Так, душитель плюс... Кто ты у нас такой? Я не помню тебя. Ну, явно это не сладкая смерть. Так, повышенная атака сюда идет, да? Окей. Кто ты? Никак не... Ну, я помню этого дракончика. Я не помню просто, как его звать. Это понятно, это душитель у нас. Так, давай, наверное, сделаем отхил. Пониженная тут у нас защита, и, естественно, он бомбить будет сюда. Ну, правильно делает, в принципе-то, логично. Бомбить того, у кого пониженная защита. Кто тут? Ой-ой-ой, вот эти вот ребята опасные. Этот фаерболщик, но этот, ребята, тоже очень сильно кусается, поэтому... Плюс он, по-моему, тоже имеет стихию огня, то есть дышит пламенем. И кусается очень больно. Нет, так дело не пойдет, ребят. Давай сюда. Захилимся. Почему я все время говорю захилимся вместо отхилимся? Правильно говорить от. Отхилимся. Или хильнемся на худой конец. Ну а у меня все время тянет сказать захилимся. Залечимся. Вместо вылечимся. Ну что, ладно, это придираюсь сам к себе. В общем, победа. Очередной барабан. И выпадает нам здесь. Блин, так хотелось, конечно, получить два плода мудрости. Но нет. Ладно, забираем с тобой тусклый янтарь. И сейчас уже будет битва за 100 рун. А 100 рун, если мы с тобой получим, это значит будет у нас уже 1000. Ты, кстати, вот заметь, как у нас медленно копятся руны. Когда мы с тобой играли на премиум паке, да? Ой, ну да, премиум пак, когда брали именно драконьих наездников, я вообще не испытывал проблем ни с древесиной, ни с рыбой, ни с рунами. Вообще ни с чем. Все очень быстро и легко давалось. Потому что там удвоенные награды, да? События раньше всех даются. В общем, там как бы офигенные преимущества. Так, тихо-тихо. Но понимаешь, дело в том, что если все это использовать, ты знаешь, что у нас игрушки есть две, в которых, в принципе, стоит брать премиум. Это здесь и Юрский парк. Там тоже премиум очень хорошо, ребят, сказывается и на деньги, и на дополнительные ивенты. Но слишком дорого все это стоит. Очень дорого, ребят. Годовая подписка 6500. Это только на одну игру. Также на вторую. То есть 12000. Я знаю, что можно себе это позволить, ребята. Но это в том случае, если ты играешь именно в эти две игры. И ни во что больше. А у меня очень много игр на обзорах. Поэтому, ребят, очень много времени и денег просто пролетает зря. Так, что-то я немножко не то сделал, заговорился. Тут у нас что, мини-боссик получается, да? Нет. А что это я сполохнулся? Так, барсик, живи. Давай, наверное, этого добьем. Так, теперь, наверное, хильнемся. Естественно, барсику, как всегда, больше всех достается. Он у нас вечно с пониженной защитой. Так, оглушили мне штормореза. Вы что, ребята, припухли, что ли, совсем, а? Я не понял юмора. Иди отсюда. Так, кусанули. Что он сейчас будет делать? Он просто ударит. Просто ударит. У него нет разбега. И это крутенько. Так, ну что, теперь можно... Слушай, я могу, наверное, сделать вот так лучше. И добить его укусом. Все. Очередное колесо. И достается нам... Опять рыба, что ли? Да что ж вы так, рыбы-то меня закормили-то сегодня. Ну, а вот они и 100 рун. Так, теперь у нас проходящий бой с мини-боссиком. Спасибо за руны. Давай посмотрим, что за мини-боссики. И в конце босса. А награда 300 листочков. Это, конечно, шикарно. Листочки мне нужны. Я просто хочу успеть умудриться накопить 8000 листьев, чтобы взять себе, естественно, легендарного дракона.
Так, погоди, тут, наверное, на... А почему, блин, пониженная атака? Ладно, давай сюда тогда вжарим. Древоруб, успокойся. Давай без бафа всяких там. Окей, блин. Пониженная атака. Что-то мне вот это не нравится. Мне вот это не нравится, их не подход. Что они сейчас тут творят? Так, неужели сюда бомбанет? Отлично, не туда, куда надо. Слушай, наверное, вот этого надо все-таки вольнуть. Что-то он мне достал тут понижать именно атаку. А ты сейчас куда? Понял. Я вот так, наверное, этого добью. Аккуратненько. Что, почему так мало? Потому что у нас пониженное. Он же вроде пламенем пышет. Я не помню, ребят. Будет он на трех энергиях делать пламя или нет? Нет, не будет. Так, этот сейчас опять сюда будет бомбить? Нет. Ребята, это круто. Значит, мы успеваем залечить раны. Куснуть. Получить звездюльку небольшую. Добить его. Так, ну что, змеевик, все, допрыгался ты. О-о-о, он сейчас будет делать суперудар какой-то. Так, допустим. Хильнулись и добили. Угу. Так, парящий прихвостень, да, получается здесь? И водорез. Фух. Даже я даже не знаю, ребят, как лучше сделать. Давай попробуем, наверное, с водореза все-таки. Блин, а зря я с водореза начал. Блин, этот, если начнет свою, блин, массовую атаку, пошло-поехало. Хорошо, что они бьют по разным целям. Это круто. Так, мы успеем с тобой, да, залечить раны сейчас. Так, минус водорез. Йоу, ты что творишь-то? Смотри, сколько отнимает здоровья. Так, удар. Еще удар и... Блин, я думал, залечиться сможем. Сейчас добьют, скорее всего, барсика мне. Нет, смотри-ка, не получилось у него. Ответочка, а вот теперь хильнемся. Ну вот здесь он может, конечно, фаерболом бомбануть. И опять же не добил. Ну туда крышка тебе. Вот так вот. Очередной барабан. И тут опять рыба. 175 миллионов. Ну, самое главное, что последний у нас остается поединок. Это уже босяцкий. Давай смотреть, сколько здесь волн. Ну я думаю, что будет две волны стандартные. Но с мини-боссиками, да, судя по всему. Блин, шепот смерти здесь. Так, наверное, начнем все-таки с него. С него, так, бомбанем. Он сейчас будет делать суперудар или нет? Он не стал делать, хотя три энергии было. И это круто, мы его добиваем тогда. Оу-оу-оу, что он творит? Давай, наверное, сюда удар. Хильнуться мы не сможем. Тогда вот так сделаем. Блин, Громгиль. Ой, Громгиль, да. Ес, крита вынесли. Ну что, будет чудить? Трындец, а мы так можем с тобой сделать? Давай-ка хильнемся, а. Есть. Отлично, нам нужно все равно еще разок хильнуться. Потому что, ну, здоровья все равно маловато. Я знаю этого психа. Как он фаерболчиком своим может приговаривать. Ладно. Добьем. Так, а вот этот типок, конечно, жутковат. Я знаю, на что он способен своими укусами. Он очень мощный. Так, вот этого бы... Ай-яй-яй-яй-яй, ну кривоклык, ну ведь мог же. Вот. Повышает себе атаку. После этого он начнет очень люто бомбить. Так, нам бы желательно, знаешь, что сделать? Как-то его успокоить. Вопрос как? Сейчас будет кусать жестко. Ай-яй-яй, это добьет, наверное, да? Паршивец. Нет, добить не смог, но хорошо покалечил. Блин.
Так, я все-таки сделаю. Слушай, может быть, нам не тратить пока. Мы, знаешь, что сделаем с тобой? Вот так вот. Так, применяем. И вот таким вот образом. Пускай он уничтожает своего кореша, а мы с тобой займемся им. Блин, смотри, какой тугой. Понижаем ему защиту. Кусаем. Пускай пока тут кривляется. Окей. Продолжаем бомбить. Допустим. Ну все, еще одну заходку и, в принципе, он готов. Тем более у него пониженная броня, так что все в наших руках. Барсик очень хорошо бомбит. И здесь добивка летит. Да. Прошли. Сейчас посмотрим, что у нас здесь достанется. Древесина, что ли? Точно. Древесина, и забираем с тобой 300 листочков. Вот это хорошая награда, я считаю. Ну вот, опавшие листья, 300 штук. Итого у нас сколько становится? 4460. Почти ровно, ребят, половина того, что нам нужно с вами получить. Опа, еще 30-чек здесь урвали. Так, а больше здесь листочков-то у нас нету. Победите 5 драконов в схватке, примите участие, так, в олухе, в защите. Так, что я хотел сделать? Ивент мы с тобой прошли. Следующий у нас через сколько там будет? Через один день, 3 часа. То есть через сутки нам дождаться надо будет его. Ну что, я предлагаю тогда пойти на арену, ребята. На арене вообще ни одного пока нет. Нам нужно набить хотя бы 3 штуки, чтобы что-то выставлять. Естественно, получать драконов. Ага. Шипорез. Ну, начну, наверное, хотя, да, начнем с него. Начнем с него, он тем более быстро разбирается. Раз, два, три, они сейчас втроем сходят. Я думаю, что нам хватит с тобой отхильнуться. Но этого мы добьем в любом случае. Он уже не жилец. Ну-ка. Допустим. Так, добивка здесь. И укус вот сюда. Так, что, водорез будет делать свой суперудар? Да-да-да, конечно же будет. У него немота с отхила идет. А этот подходим, естественно, сразу же подхватывает тему и начинает из-под тяжка бомбить. Ну что, добьешь ты меня? Добьет, у него сейчас будет разбег. Нет, он обычным укусом это сделал. Но он тоже не жилец. Так, будет сейчас что-то чудить? Чуданул. А мы добили. Пока все нормуль. Ну а здесь у нас шепот смерти, шторморез и громль. Ну, шепот смерти, естественно, сразу же первым делом идет на разборку. Тяжело, конечно, он разбирается. Так, промахнулся. Окей. Блин, неужели сейчас ему на... Эх, сейчас влепит. Блин, вот этим он, конечно, и прикольный, что он сразу, ребята, сразу влупляет. 3 энергии, все, и он готов. И суперудар у него довольно сильный, ты сам видишь. По показателям, сколько он отнимает здоровья. Ай-яй-яй. И если я потеряю своего кореша, это будет плохо. А я его потеряю, потому что кто из них тут? Вот этот, наверное, постарается. Промахнулся. Чудесно тогда. Тогда живем. Тогда мы живем. Так, этого хлыща сейчас попробуем уничтожить. Все, он поменял цель. Этого мы разложили. Понижаем защиту. Добили. Вот так-то. Ага, смотри, здесь так, громорог, бафер, скалотряс и хофер. И хофер. Ну я, естественно, начну со скалотряса. Твою налево, сразу же понижает атаку у меня. Вот вообще с лету просто. Давай, давай, давай. Есть. Молодец, Барсик. Красавчик. Ушатал его. Так, они что, взялись? Ох ты. Да. Долго они не церемонились. Быстренько ушатали мне, конечно, кривоклыка. Сейчас я ушатаю хофера, а потом возьмемся и за
Громорога. Так, он промахнулся еще. Фу. Давай, поехали. Двойная атака. Ну, я думаю, хиляться нет смысла. Вообще, абсолютно. Понижаем тут ему броню. И двойной атакой добиваем его. Вообще на изи. Ну, что мы с тобой здесь видим? Мы получили два обычных пака и один редкий. Сразу его ставим на открытие. Ну и, конечно же, пак вождя. Кревет, костолом, парящий прихвостень, вострозуб. О, беззубик. Даже беззубик нам с собой достался. Очень много драконов, ребята, хочет, конечно, прокачаться. Блин, 90 уровень нужен, а у нас шторморез, по-моему, 80-й. А чтобы его прокачать дальше, что нам мешает, ты не помнишь? До 90 уровня, что нам не хватает? Так, где он тут у нас? Так, подожди, я уже и забыл, где у нас он сидит-то. На каком месте? Так, это весночес. Вот он. Слушай, а в принципе ничего не мешает. Ну-ка, подожди. Давай-ка вернем его. Да вернись ты, господи. Ну да, абсолютно ничего не мешает. Поэтому давай мы его отправим. Знаешь для чего? Для того, чтобы получить 90 уровень и прокачать ему левел. Именно левел боевой для арены. Так, а что у нас там еще? Можно кого-то отправить или все? Да, все уже забито. Ячейки свободной нету. Ну, тогда и мы будем закругляться. В принципе, нам больше здесь пока нечего делать. Пускай они работают, добывают железо. Блин, конечно, хотелось бы улучшить вот здесь вот, ребята, нам. Ну, 3000 ру. Я думаю, что все-таки нам надо на ворчуна накопить. Те же самые 3000 рун. Он стоит? Да. У нас пока тысячонка. С рунами, конечно, немножко запара. Так, у нас же, по-моему, здесь пак есть. Давай-ка мы откроем его. Шепот смерти, костолом, барс и вепрь. И все, тут шестеренки еще, да? А, шлем, шлем выпадает. Так, и заберем с тобой тусклый янтарь. 1000 штук. Мы, кстати, заказ уже делали на янтарь? Или нет? Сейчас глянем. Нет, поэтому давай делать тогда. Да ё-моё. О, 3 даже. Вот это шикарно. Ну что, друзья, а на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.